Лом и молот. В Ахтубинске с помощью этих предметов неизвестные пытались вскрыть банкомат и украсть из него денежные купюры. Сообщение о попытке взлома поступило в органы внутренних дел в половине второго ночи. На месте происшествия был обнаружен аппарат со следами механических повреждений. Стражи порядка обратили внимание на камеру видеонаблюдения. Перед уходом злоумышленники хотели сбить и вывести из строя камеру. Запись была тщательно изучена. Полицейские составили приметы подозреваемых. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили их личности. Впоследствии 20-летний ранее судимый за кражу горожанин и его товарищ 94-го года рождения были задержаны. Они дали признательные показания. По факту покушения на кражу, совершенного группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище, следователями отдела МВД России по Ахтубинскому району возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Астраханской наркополиции совместно с коллегами